Ниже эпидпорога, но в поликлиниках все равно очереди. За минувшую неделю с простудами слегли 4200 кировчан. Специалисты отмечают рост числа заболевших, причем не детей, а взрослых. Сейчас заболеваемость на треть ниже эпидпорога, но ухудшает показатели статистики погода. Весеннее солнце заставляет кировчан снимать зимние куртки, как следствие насморк, боль в горле и ОРВИ. Специалисты отмечают, в группе риска сейчас именно взрослые. За минувшую неделю рост числа заболевших составил 12%. Температура воздуха в районе нулевой отметки будет сохраняться почти до конца месяца. Поэтому кировчан призывает бережнее относиться к своему здоровью.